Наш источник сегодня рано утром сообщает о том, что в шоу-бизнесе появился такой слух, что наша любимая российская певица Марина Хлебникова на данный момент находится в реанимации города Москвы. Как оказалось, по всем данным, у нее возобновилась старая болезнь. Ее утром на скорой помощи доставили в больницу, где она сейчас и находится. Информации очень мало, друзья. Ни близкие, ни знакомые, даже родственники не хотят с нами на данный момент об этом разговаривать. Мы упорно следим за событиями. Как только что-то узнаем, мы сразу же об этом расскажем вам. Поэтому, друзья, просим вас поддержать нас и наш канал. Подписаться на него, нажать на колокольчик и следить, когда выйдет свежий выпуск. А свежие выпуски выходят у нас каждое утро. Будьте всегда с нами, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.